Опять летаешь в облаках. Ну, на этот раз кем хочешь стать? Ну, наш день. Встаем где-то 5:30, летом еще раньше, 5:00. Едем сюда вот в офис на разнарядку, подаем задания. После еду, проверяю, что они делают, поля объезжают. Надо хвалиться не техникой хорошей, а землей, тогда и будет хорошая доходность. Моя работа для меня очень много значит, и я восхищаюсь ей. Она достаточно молодая, достаточно перспективная. Здесь мы воссоздаем только условия, приближенные к организму матери. Это та область, где мы стараемся сделать людей счастливыми, давая долгожданную беременность. В этой профессии я уже более 20 лет. Это и речь, и движение, и танцы, и пластика, и знание текстов. Приходишь и даже не на работу, а на службу. Сейчас очередное достижение. Я учусь профессии режиссера. Ну как вот это может не нравиться? Тут зрительный зал, зрители, которые тебя любят. Моя работа, она не стоит на месте, и пациенты очень ждут меня. Я постоянно совершенствуюсь, езжу на курсы, на мастер-классы. Проделав путь от врача-стоматолога к государственной поликлинике, я открыла свой кабинет. Это дело моей жизни, это приносит мне удовлетворение, доход. Мам, я понял, я буду футболистом. Я верю в тебя, мой чемпион.